пришла идея к нам совершенно неожиданно. Мы решили показать о том, что тэквондо родом из города Харькова и распространилось по другим городам Украины именно отсюда, в далеком 1977 году. Идея была, то есть то, что показывали детвора, это, конечно, несложно сделать. Сложнее было гораздо организовать спортсменов, тренеров, родителей. Собственно, мы этим показали, что мы детей учим не только самообороне, боевому искусству, мы учим командной работе, показали, что мы есть, показали, что нас много, популяризируем наш вид спорта, и на самом деле не важно, чем занимаются дети, главное, чтобы они были оторваны от улицы и занимались полезными вещами. Сегодня принимала участие по подсчетам книги рекордов Украины 2001 участник. Мы планировали больше, но накладка, что начало учебного спортивного года, и нам не удалось собрать. По нашим подсчетам должно было быть не менее 2500. Тем не менее, пусть другие федерации попробуют сделать нечто подобное. Я считаю, что нам удался сегодняшний день, и пусть нас берут пример.